Роман Григорович, 3 вересня, страшний день для Полтави. Вже є офіційна інформація від нашого найвищого військового керівництва про те, що росіяни нанесли удар по одному із навчальних закладів міста. За офіційною інформацією Міністерства оборони України, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей у момент евакуації до бомбосховища. Зеленський говорить в своїх офіційних месенджерах, зокрема в телеграм-каналі, пише про те, що отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною інформацією, дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні, була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку, люди опинилися під завалами, багатьох вдалося врятувати, більш ніж 180 людей поранені, на жаль, багато загиблих, пише президент. Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Це 14:26 за київським часом. Як ви прокоментуєте те, що сьогодні сталося в Полтаві? Власне, інформація про це почала ширитися в різних пабліках з самого ранку. От станом на цей момент вже є офіційні підтвердження нашого найвищого військово-політичного керівництва. А чого ще можна було очікувати від росіян, крім як терористичних ударів по містам компактного скоплення українців? У них основна задача – геноцид українського народу, тому вони однозначно будуть працювати над цією задачею, намагатися вбити велике кількість людей, особливо там, де це можна зробити з меншими для себе затратами. Тобто заход балістичних ракет, тим більше на таку дальність, і дозволяє росіянам в такому геноцидному режимі наносить большой урон нашим украинцам. Поэтому ничего нового, так сказать, от россиян в этом смысле ждать было нельзя. Вопрос в подготовке каких-то мероприятий, особенно при создании большого количества, вернее, собрании большого количества людей. Но на глубине в 500 километров, а так как российские ракеты особенно опасны, баллистические ракеты, как раз на эту глубину, «Искандеры» работают на 500 километров. На глубине в 500 километров не должно, это, знаете, как вот старая добрая поговорка, больше трех не собираться. Рассредоточение – это самый оптимальный вариант ухода от ударов артиллерийского и баллистического, в том числе, оружия. То есть рассредоточение, и если нет цели, никто и, в принципе, бить-то не будет. А здесь получается… собрали в одном месте большое количество людей. Естественно, россияне тут же включат механизм террористической атаки, вот мы ее и получили. За границу в 500 километров должны быть отведены все массовые учебные, вернее, не массовые, все учебные заведения, там, где возможны массовые собрания людей. Это на правый берег, а то и дальше. И это уже давно надо было сделать, понимая вот такой террористический характер этой войны и геноцидные задачи российских войск. Потому здесь большой вопрос к нашему военно-политическому руководству, почему еще до сих пор этого не сделали. И почему у нас могут в одном месте попасть под баллистическую ракету большое количество людей. Что произошло? Что 11-й год войны? Что здесь непонятного? Выводить людей надо на правый берег, отводить учебные заведения, как это было сделано в свое время по Донецкой области. У нас некоторые учебные заведения с Донецкой области сейчас глубоко в тылу, а то и вообще на западе страны. И это правильный подход, то есть это как раз вопрос жизнеобеспечения, сохранения жизни преподавательского состава, естественно, учеников, ну это и учащихся и так далее, и тому подобное. Потому тут такой двоякий вопрос. К россиянам же вопроса нет. То есть это уже страна, которая должна идти на утилизацию как страна. И она должна быть развалена как государство на и составляющие ее части. А вопрос к нашему военно-политическому руководству, особенно к политическому руководству. Пора уже понять, что у нас 11-й год воюет. И нам еще воевать несколько лет, это как минимум. И у россиян не уменьшится количество баллистики. Ну, просто не уменьшится. Наоборот, увеличивается. Оно сейчас собирается еще в Иране подзакупать. Северокорейские баллистические уже работают, КН-23. Может быть, кстати, одна из них была как раз при заходе на Полтаву. А подойдут иранские. Ну, так а что мы будем ждать? Пока у нас похороним половину левобережья украинцев. А потому надо вопросы эти решать, и чем раньше, тем лучше.